Так, смотрите, какие шикарные кактусы у меня. Видите, да, девчоночки? Прямо ярко лимонные цветут. Это кактус тикела. Тикела делают. Тикела. Нет, это тикелу делают, да, из него. А видите, какая у меня красивая? А вот это знаете, что сейчас цвести будет? Что? Знаю, я знаю. Что? Лаванда. Лаванда, правильно. Горная так, лаванда. Да. Это лаванда, вот это лишнее, это вообще здесь вот не, это должно не должно быть. Да. Дальше, смотрите. А вот это, смотрите, какая травка. Лерунчик, ты можешь себе немножечко взять? Ой, но не во время цветения. Не во время. О, именно весной. А. Во время цветения она не приживается. Понятно. Посмотрите, как она цветет. Мама, вы видите, да, вот эта травка? Да. Я когда-то у бабушки вот эту травку желтенькую, которую у меня сейчас ковер, я вообще хочу, чтобы оно все заросло тут. Вот это я у бабушки взяла вот такой вот стаканчик. Ничего вот такой себе. Стаканчик, вот так. И посмотрите сейчас, что у меня. Я вам скажу примерно за сколько, за лет 5. За лет 5. Я их коплю. У меня разные там они, вот там другие, дорогие. Мне так они нравятся. Теперь смотрите, вот это вот, как вы думаете, что... Да, но другой, не игольчатый. Видите, это какой лимонный. Он? Это лимонный, правильно, Таечка. Правильно, он очень классный. На. Он такой... На. Да, есть коричневый, есть еще корица. Чебрец. Это я не помню, лимон или корица? Да, это лимон. Лимон, вот еще. Это мята. А вот это еще. Вот это. Не, лимон и корица есть. Это какой-то... Вот реально как лимон. Да, а это да. Какой-то лимон. И тут вот еще есть, ага. А тут что-то я посадила. Этот, видишь, цветущий я посадила. Шалфей. И он не пошел. Цветущий сажать нельзя. А вот это вот, смотрите, а вот это знаете, что у меня посередине? Вот это. Можжевельник. Нет, можжевельник. А вот то, дальше голубые кусты. Два. Нет, вот лаванда. А это не лаванда. Что это такое? Санталина. Цветет желтеньким. Смотрите. Видите, она начинает уже поднимать цветочки. Так, а это что? А это что? Красавица. Посмотрите, она какая красивая. Петунечка. Да, вторая что-то болеет. Не пойму, а что она. Блин. Так. Это тетя Лера здесь вам танцует, танец живота. Вот так вот. Так, дальше пошли. А вот это, видели вот это? Видели фиолетовый? Лер, ты видела у меня? Вау. Красавчик. Они же нравятся вот эти цветочки. Да, так они очень плохо растут. Тоже плохо очень растут. Плохо растут. Вот этот вот фиолетовый, вот он меня порадовал, конечно. Вообще все остальные нет. Как они называются? Все это. Как же они называются? Забыла я. Ой, забыла. Ой, название. У вас тут тоже кактус. Да, здесь тоже. Тоже будет тоже цвести. Будет цвести, да. Да, вот эти нужно убирать. Кстати, очень колючие. Очень колючие эти кактусы. Не так, да, и иголок не видно, но они впиваются потом. Боль адская. Видно. Да, тоже тикела. А здесь вот это специальная такая травка. Ты знаешь, от кого я брала вот эту травку? От Наташи покойной. Ее уже нет, а травка растет. И вот ту я от нее брала. Вот ту. Вот ту травку. Вот ту. Видите, у меня каждое что-то, где-то. Как вот. Это да, красиво. Красиво. Да, и каждая посажена весной. И над каждым... И вот это тоже санталина. Но она цветет белым, а та желтым. И она вот какая. И я над каждым трясусь, хожу. Над каждым растением. Каждое растение покупаю, нахожу, сею. А вот это вот, видите, колонновидный можжевельник. Колонновидный. Он будет как кипарис. У него вот так вот сложены эти. Он будет высоко-высоко, как кипарис, вот так стоять будет. Вот. Очень люблю санталину, вы заметили, да? Ее цвет голубой и зеленый вон санталина. Очень люблю санталину. Она потому что вечно зеленая. Даже зимой я приезжаю, у меня здесь вот эти кусты. Вот так. Ну и мой любимый, это, конечно, проект. Да. Это вот, ой, какой запах. Это духи. Это мои духи. Да. Вот они. Вот это мои духи, жимолость, я обожаю. Я хочу, чтобы оно все полностью закрыло, всю мою мансандру вот эту. Да. Вот так. И вам там нравится играть в карты? Да, мы сейчас будем играть. Да, ну идите. Пошлите. Сейчас они закончат. Ну, сейчас посмотрим. Идемте.